Тарарам, тарам, тарам. Ну что ж, приветствую всех. Давайте-ка прогуляемся здесь, да попробуем что-нибудь тут поразбирать. Так, дайте-ка я хлам выложу. У меня накопилось что-то многовато. Сорян, забыл выложить все. Склероз, друзья мои, склероз. Старость не радость, чего хотите? Такс, и в холодильник надо все закинуть. Так, а сюда конструктор. Так, взрывчатку я оставлю. Жопой чую, что она мне не пригодится, как всегда. А когда она нужна будет, тогда у меня ее не будет. Отстрел здесь идет просто нон-стопом. Аж страшно становится. Давайте перекушу сразу. Ладно, таблетки от поноса взяли. Здесь у меня еще место есть. Тяжелая бронька есть. Для лазерной винтовки. А вот горячий напиток, кстати, надо сюда положить. Мне надо их подколлекционировать немножечко. Штучек 500 сделать. Никому плохо не стало от такого выражения. Вот лично мне стало. Лазерного пистолета. Неудобно играть разные версии, ладно. Погнали. Не смешно. Вот, то есть не здесь, да? Где здесь, простите, блин, вообще вход? Можно нескромный вопрос? Так, ладно, поехали. Ха. Смешно, блин. Где здесь вход? Чё-то я как-то юмор не догоняю. Ну да, я это могу, конечно, разбить, только... Как-то это вот странно больно всё. Да вы прикалываетесь надо мной или как? Еще реально хода нету? Ну ёшкин ты кот. Ладно, сейчас и сделаем ход, в чем проблема. Очень уж это все странно. Не, ну серьезно нету, да? Бред какой-то. Да ладно вам. Уж и серьезно нет хода. Может, он должен быть здесь? 4 взрывчатки, да? 800, 800. Ну, я не знаю, хватит ли мне взрывчатки здесь. Может, как-нибудь проехать просто. И автоматом спилить будет быстрее, чувствую.
Что-то мне это как-то не очень-то и прикалывает. Я так же взрывчатки ни хрена не напасусь. Давай, короче. Вот так вот пулеметиком сюда заедем как-нибудь, да? Ага, заедешь тут как-нибудь. Вот, блин, отстой-то какой. Ладно, по-другому сделаем, что я могу сказать. Че, у меня идей других нету. Апс. Мне интересно, как сюда пробираться-то, вот реально. Тоже ничего не вижу, похоже на вход или выход. Но вижу лифт. Давай-ка осмотрим все тут части. Повезло. Ее налево, эта дурацкая перезарядка меня бесит уже. Спасибо. Так, что-то, кажется, пошло не так, да? Что-то явно поперлось не по плану. Так, значит, в одной стороне они есть. Есть ли они в других сторонах? Или это просто сработало так? Что это я сделал? Ну ладно, что-то сделал. Странная станция очень. До безумия с беспределом. Да, я знаю, что здесь жарковато. Потерпишь. Угу. Здесь что-то нажал. Любопытненько. Дробовик. Ой-ой. А с дробовиками-то я как раз-таки и не дружу. Чего у меня там по броне, кстати, надо посмотреть. Война хоть целая. Вообще-то это все довольно забавно, я вам скажу. То есть входа здесь по сути нету. Очень странно. Очень жутко странное, блин, строение. Че, прогуляться решил, дебил? Молодец. Друга захватил? О, молодцы. Мне их не тупость иногда радует.
Не, ну с одним справлюсь. Так, лады. Вы не можете повредить цель этим объектом. Где здесь переключатель? Ага. Что-то интересное я делаю, мне это вообще-то довольно-таки забавляет. Ладно. И остался последний, самый первый. Где-то здесь переключатель должен быть, да? Да ладно. Хрена себе. Привет. Слушай, а там, наверное, какое-то похожее что-то есть, да? Так, ну я походу все как раз гоцнул переключателя. Хотя я здесь взрывчатки взрывал, блин. Возможно, переключателя больше и не будет. Ага, там сверху все заполнено. А ну-ка тут. А здесь нет. Тихо, тихо, тихо. Так, мужик, держись, я в тебя верю. Такс. Отлично. А ну-ка другой посмотрим. Здесь вряд ли что-то есть. Но. Да. Здесь нифига нет. Одинаковые. Ну что, поперлись наверх? Здорово придумано. Ну ладно, и чё дальше? Чё я открыл? Непонятно, чё я открыл. Что-то я открыл где-то. Давай покопаемся. Где-то что-то скрытое, возможно. Что, где ядро-то, блин? Здравствуйте. Вот, блин, опять 2x5, да? Ни хрена она рванула, она все решетки снесла. Лихо. Так, какие тут генераторы стоят для начала? Очень вкусные. Твою ж налево. А, нету, да? Не, мне эти генераторы надо, я их быстренько сейчас соберу, попробую это все строение обрушить. Сейчас мы тут поизмываемся. Ой-ой-ой. Измываться-то можно, если, конечно, у меня заряды есть для начала. Так, боекомплект боекомплектом. Здесь боекомплект боекомплектом. Правда, тут безумно много всякого хлама, ну да ладно. Так, здесь у нас что валяется?
Произвести чего-нибудь могу. Так, а что мне нужно на эту хреновину? Мне нужно немножко промития, да? И здесь она, я что-то не вижу, чтобы производилась. А, конструктор, наверное, надо менять. Постарел. Или модернизировать. Холодильники, как всегда. Шаром покади. Так, скаргобокс. Мне не поможет, к сожалению. Ладно, потом сюда загоняюсь. Что ж поделать-то? Ходка частично неудачная. Но довольно-таки прикольно все равно. Не ожидал, что так тут все будет запутано. Очень приятно. Так. Спейспорт, спейспорт, спейспорт. Все-таки я не нашел, где здесь вход. Вероятно, так и надо пробиваться. Черт его поймешь. Так, или не спейспорт. Это вообще что-то другое написано. Это аутпост. Что-то вообще некоторые юморы я догнать не могу. Ладно, давай прогуляемся сюда. А что так пустынно? И что-то не догрузилось. Что-то где-то не работает. Нет, работает. Не так, как надо, конечно, но работает. Немножко подтормаживает просто. Ну, хотя, да, большое количество объектов, еще плюс снаружи, там просто тонны бродит этой неписи. Слышь ты, гад, ты чё прёшься? Слушай, какой наглый-то он. На пролом прям прёт. Такс. Совсем, что ли, опухли? Почему у них патроны от винтовки стреляют, а не лазером? Это немножко нечестно. Лазерные патроны мне давайте, гады. Так, здесь у нас бесполезный хлам, бесполезный хлам. Нет, это я брать не буду. Ох ты ж, ёшкин ты кот. Такс, 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 такс. Здесь надо будет как-нибудь, наверное, вот так вот сделать. Сработало на одного, да? Вопрос, почему? А их там много. Опасно. Кто вас этому научил? А, тут две ресурки. Понятно все. Блин, а тут контейнеров нет. Здесь я точно не был. А может и был когда-то, но я вот что-то такого не помню, разнообразия. Хоть убейте, но не помню. Так. Там, может, они внешне похожи, а внутри отличаются.
Такое тоже возможно. О, взрывчатка. Это хорошо. Сейчас мы ее куда-нибудь приспособим. Знаете, я до этого момента думал, что взрывчатка абсолютно бесполезный хлам. Ну, хотя, да, когда вам все двери открываются, она не очень-то и нужна. Угу. Два заряда надо. Чтобы здесь не было, оно взорвалось, да? Мило. А здесь ядро было. Забавно. Очень забавно. Смешно. Чего, серьезно? Опс. На всякий случай. Что еще вкусного? Мотор. Так, ну это хорошо, что мне одна эта штучка досталась, но маловато одной. Ну, я так думаю, с этим устроенницем закончили полностью. Конечно, забавное, но что-то как-то не очень, если честно. Да запрыгни ты, дятел. Теперь вопрос, почему он мне белым? Овер. Да твою ж налево. Ты, друг мой милый, какого стал? А, я понял. Это я ступил. Ладно, пофигу, главное, я поставил отметку, что я здесь был. Давай-ка сюда заглянем, в этот спейспорт. Что-то я вот не помню в упор, чтобы я в таком был подобном. Вообще, друзья мои, ну вот, если был, то уж извините. Склероз, старость, маразм. Давай попробуем вот это свалить, хрень. Я согласен, тут, конечно, может быть что-то вкусное, особенно вот наверху. Мне интересно, как оно падать будет. Так, если, конечно, у меня это получится все. Так, ну, наверное, сначала здесь надо, да? Упс. Ты зараза. Ладно, одну снесли. О, здравствуйте. Давненько мы не виделись. О-хо-хо-хо-хо. А, блин, зависло, зависло в воздухе. Да, старое строение. Только старое строение, насколько я понял, подзависает вот так вот. Упс. Что тебе уже выбрасывать очки ночного видения. И хоть маринуй, блин. Эх. Жалко, что это не падает все как в инженерах. Цены бы этой игры не было. Ты кушать захотел, маленький, да? Давай я тебя покормлю, что ж с тобой делать-то? Еще сдохнешь, блин, добавок. Мне этого как-то не нужно.
Так, может, здесь что-нибудь найду, кстати, вкусного. Ага, сейчас. Раскатал губенку, да? Ладно. Не сработало так, сработает так. Ага. Слушай, а полезно то, что я решил его разобрать. А почему я это не видел? Да-да, насчет генератора я помню. Болт с ним. Так, ну зарядов должно хватить. Если что, добьем пулеметом. Ну, не то, что я ожидал, скажу так. Наверное, вы тоже не это. Хотя, скорее всего, кто-то уже предполагал, что будет. Ну ладно, хрен с ним, пусть висит. Висячая в воздухе. Поехали-ка посмотрим, что с этим... Пейспортом. Он сзади меня. И доедим последнюю колбаску как раз. Вот он. Стоп, это не он. Такс. Ага. Теперь без ядра белым помечаются, с ядром красным. Хотя вроде и так раньше было. Такс. Ладно, давай полазим, идем. Сколько там время записи идет уже? О, 27 минут как раз хватит на серию. Хрен, отражение тут работает конкретно. Так, сразу складываем все, что не нужно. Вон, смотрите, сколько я здесь, вон, железа сколько набрал, сколько кобальта. Копать нафиг не надо, он лазит по данжам. Теперь немного нытья в этом забыл. Короче, по сети, если играть, у вас это хрен получится. Все данжи будут разобраны наглым способом. Я уже устал и по ним не лажу. Облазить порядка 40 серверов, ну, по-моему, хватит. Такс. Здорово, парни. Двери не открываются автоматически. Я вот сделаю немножко похитрее. Вот так вот. Да. Больно. Козёл. Для чего это взорвал? Для того, чтобы вы оба здесь померли. Считываю по одному здесь. Так, сожрем-с. Блин. Я раньше, помню, этой колбасой, собственно, здоровье попирал персонажа. Сейчас я подумаю, сколько надо скормить, у меня желудок начинает болеть. Да, здесь я лазил, как ни крути. И. А, бламинго русский, и ты фламинго... Ага, вот в чем прикол. Я понял. Ну, а зачем мне?
Это было больно. Не, лазер жжет. Просто жжет неимоверно. Но патронов у меня много, не на лазер. Вот это вот проблема. Погоди, а где здесь ядрышко было? Чистый изумрудец прям. Ага, на втором этаже, что ли, догоните? Так, понятно. Более-менее имбанутая лазерная винтовка стала. Не прокатит. Ладно. Читерим опять. Кто-то рычит там нифига не дружелюбно, я вам скажу. О, сухпай. Это нормально. Так, что у нас здесь за хлам? Пошли-ка немножко выложимся, наверное. А потом наверх. И с этой планеты мы, по сути, закончили. Здесь больше нифига вообще интересного нет, если я правильно помню. Можно отсюда сдрыстывать, будто на Луну. Но я еще по торговцам побегаю, а это, ой, времени много займет. Пентоксид очищенный, один кусочек. Издеваются надо мной, прям могу сказать. Так, погоди, а в конструкторе у нас что, все заполнено, что ли? Вроде еще было немножко места. А, отлично. Вот так вот. И пошли посмотрим, что у нас там еще есть интересного. Так, стоп. Вот мне интересно стало. Ага. Кто там рычит? Господи, куда ли? А вот лифт. А, что, все что ли? Ну, даже как-то по моим меркам слабовато. Ну да. Закончили с этим. Так, все-таки кто рычит? Интересно стало. Кто-то очень сильно меня хочет. У меня как раз две ракеты есть. Кому-то в жбан прописать, да? Вот она умерла с одной ракеты, вот эта вот хрень. Собственно, как и должна была. Мясо так аппетитно выглядит, что прям сырое хоть ешь. Разрычался он здесь. Ну что ж, здесь мы все закончили, друзья. Планета пройдена, осталось на Луне, там сколько, 4 объекта. Но здесь что? О, фактор есть. Я еще тут прокачусь, наверное. Хотя спейспорт. Фактори, фактори. Вот еще одна фактори. Вряд ли что-нибудь интересное.
Я что-то вроде как по ним лазил. Меня это уже не интересует. Все, что я хотел, я на этой планете сделал. Буду ее покидать. Скорее всего, сейчас на Луну пойду. Луну, на Луну, на Луну. Корабль-то сажать не буду туда. Скорее всего, оставлю в космосе. Ну, пока как-то так. Всем удачи, друзья. Всем пока.